Итак, всем привет, с вами alexrmpc.by. В этом видео я хотел бы показать очередной мод, рассмотреть его немножко, но он такой небольшой, поэтому будет так недолго, буду так сказать, его смаковать. То мод называется «Убрать лишние дополнительные какие-то неестественные блики от источников света». То есть смотрите, на самом, то есть изначально в оригинале они вот такие вот, ну и вообще сейчас в видео вы увидите, то есть они просто слепят огромные такие какие-то круги непонятные, то есть. Но с другой стороны, ну кто знает, может кому-то они кажутся нормальными, реалистичными, но вообще просто можно убрать. Ну хотя представьте, если вы будете возле какой-то станции, постоянно там ночью, там источники света, вы куда ни посмотрите, у вас постоянно эти круги будут огромные. Ну сейчас вы их на видео увидите. Если поставить мод, то они, то будет вот такой нормальный обычный свет с небольшими такими вот бликами. Что будет, конечно же, более реалистично и более удобно. Поэтому, в общем-то, сейчас посмотрите на видео. Но я не буду уже второй раз запускать мод без... То есть я просто сразу вам покажу, каковы блики эти есть. И как без бликов... А без бликов вы вот здесь вот можете увидеть. Ну, в общем, кто захочет сделать это, убрать блики, то можете просто кинуть, как всегда, этот мод в папку игры. А я просто не хочу лишний раз, просто у меня там ночь прошла, получается, я не успел, так сказать, с ночью. Ну, то есть нужно ждать следующей ночи, это немножко как-то, наверное, будет затруднительно. Ну, не затруднительно, не хочу. То есть мод не настолько глобален и большой, что его там следует разбирать там с нескольких сторон. Все, увидите сейчас на видео огромные блики. Ну, и если вы поставите мод, то бликов не будет. То есть будет поудобнее. В общем, смотрите сами, пробуйте. Мод небольшой, но такой крошечный, но может немножко кому-то понравится. На этом пока все. Смотрите видео. Там все наглядно. Спасибо пока за внимание здесь, но сейчас видео будет игровое. Так называемые блики во весь экран. Что это значит? Ну, смотрите, подходим мы к какому-то источнику света. Вот, смотрите. И тут вообще непонятные какие-то мега огромные блики, которые, да, являются такими немножко странноватыми на самом деле. Даже здесь маленькие фонарики, что-то вообще какие-то непонятные блики, как будто я, что ли, хотя я в скафандре, может быть. У меня экзокостюм. Ну, теоретически, может быть, и да, но я не знаю, как-то они странноваты, эти блики на весь экран. Вон, ну, слишком, наверное, да, портят обзор. Поэтому есть очередной мод, который эти блики может убрать. Я думаю, что, ну, кому-то он точно будет полезен. Ну, хотя, может быть, это уже и мелочи такие, но каждая такая маленькая деталька улучшает игру. Я надеюсь на это, потому что моды все выходят и выходят. Маленькие, чуть побольше. Так, значит... Ну, вроде бы больше мод этот ничего такого супер не добавляет крутого. Ну, вроде бы мелочь. Понятно, что какой-то мод бывает получше, побольше, поинтереснее, а какой-то такой попроще. Так что, в общем-то, смотрите сами, ставить, не ставить. Ну, я, конечно, хотел бы пока подождать каких-то более глобальных модификаций. Потому что, ну, такие... Хотя и такие мелочи, в общем-то, они тоже хороши. И будем смотреть, как будут дальше дела разворачиваться с No Man's Sky, потому что, ну, пока моды выходят. Кстати, разработчики вот выпустили новый патч огромный 1.07, и я вот планирую его хорошенько разобрать. И, конечно же, чуть позже дам ссылки на уже готовые игры, ну, готовую версию игры с данным патчем. Ну а пока, в общем-то, пишите, если у вас есть какие-то вопросы в описании, потому что в описании всегда полезная информация. Так, ну на этом пока все. Спасибо за внимание.